Всем привет! Давно мы не были в Юске, поэтому я приехала сюда посмотреть, какие здесь цены и что можно выгодно здесь купить. Очень интересная вещь, щетки для пыли вообще за 5 рублей. Она еще вот такая вот длинная раздвигается. А еще я нашла ёршики для мытья бутылок, стаканов. Очень понадобится в хозяйстве вообще за 7 рублей. Ароматизированные свечи за 5 рублей, и они очень вкусно пахнут. Такие сервировочные подставки разные по 4 рубля. Большой выбор фоторамок, цены на них начинаются от 8,5 рублей. Огромный выбор халатов за 35 рублей. Вот они представлены. В принципе, очень даже нормальные, можно носить. Есть, конечно, и подороже, типа, чтобы дома быть модным в виде дубленки за 60 рублей. Можно выгодно купить подушки, цены от 10 рублей. Набор стаканов для вечеринки стоит 12 рублей. Кстати, здесь идет 4 стакана и трубочки. Коврики для спорта по 17 рублей. Также пледики по 13 рублей. Удобная вещь для сада, теплица, надо будет маме моей сказать, стоит 65 рублей. У меня сушилки по 35 рублей. Кстати, по очень хорошей цене. Набор вешалок из 10 штук вообще за 9 рублей. Огромный выбор корзин для белья. Они от 25 рублей. Но скажу вам честно, вот у меня дома вот такая вот корзина. Она очень даже удобная и классная. И стоит хорошо 30 рублей. Теперь вывод. Слушайте, сам по себе магазин Юск, он не из дешевых. Но там действительно можно что-то найти на скидке. Поэтому даже я не ушла из покупок. И, кстати, если вдруг вам нужна карта клиента, на кассе она стоит 5 рублей. Но если вы зарегистрируетесь на сайте, как это сделала я, она вам будет совершенно бесплатно.